Утро, Карачаево-Черкесии, приветствуют вас. Высокий профессионализм в борьбе с инфекционным заболеванием. Главный врач республиканского противотуберкулезного диспансера Смаил Байрамуков был отмечен дипломом на Всероссийской научно-практической конференции. О работе тубдиспансера и трудовых буднях главного врача подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Туберкулез – инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Сегодня в республиканском тубдиспансере уделяется особое внимание пациентам в лечении этой инфекции. Главный врач медицинского учреждения Смаил Байрамуков вот уже много лет изучает новые методы оказания помощи больным туберкулезом. Идет эпидемиологическая оценка туберкулеза как в России, так и во всем мире. Делятся опытом работы, какие методы лечения применяются за рубежом, какие применяются у нас. Сейчас задача поставлена к 2030 году максимально снизить уровень смертности и заболеваемости от туберкулеза. На сегодняшний день от туберкулеза можно полностью излечиться, если его выявили на ранней стадии, отмечает Смаил Хамзатович. К сожалению, многие наши пациенты не обращаются к нам при появлении симптомов этой инфекции, а приходят тогда, когда болезнь принимает тяжелую форму, рассказывает главный врач. Вот первые признаки – это то, что больной устает. Вот он утром встал, он вполне здоровый человек, собрался, поехал на работу, покушал, поехал на работу, вообще проблем нету. Возвращаясь с работы, у него слабость, устал человек, не обращает, к сожалению, на это внимания, говорит, что ну, перетрудился, работы было много и так далее. Ночью у него появляется потливость, ночью он потеет. Если бы он померил температуру вечером, да, 18-20 часов, у него температурка была бы субфеврильная, там 37-37,2, вот такая температура. Снижается у него аппетит. Вот на все эти вещи он как бы не обращает внимания. В тубдиспансере помимо стационарного лечения также функционирует и санаторное. Еще с дореволюционного периода со всей России люди приезжали в Теберду, где полностью излечивались от этой инфекции. Реабилитация необходима для полного восстановления пациента. Наш санаторий в Теберде – это очень хороший способ реабилитации наших больных. Мы знаем, что еще до революции люди приезжали туда даже без медикаментов, только подышать воздухом тибердинским, насыщенным пыльцой хвойных деревьев. Вот там сегодня все условия для того, чтобы больной продлил лечение, то есть и медикаментозное лечение, и физиолечение, там, фитолечение. С переездом в новое здание в 2012 году для врачей и пациентов были созданы все комфортные условия. Весь медперсонал полностью укомплектован. Все больные находятся на учете и проходят лечение в медучреждении. Тубдиспансер тесно взаимодействует с Центром инфекционных заболеваний, который помогает при лечении тяжелобольных. Алихан Лепшоков, Зумрат Гербекова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее прогноз погоды. В 9 часов смотрите Вести на абазинском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии в горах местами кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы будут до 11-14, днем в горах до 18. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, а днем 30-35 градусов тепла и местами до плюс 25. В северных и центральных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 18-20, а днем 33-35 градусов тепла и высокая пожароопасность.